Насадка 81. Стараемся как бы слегка накладывать друг на друга, чтобы были частые. Лепесточки. Теперь берем насадку 79. Теперь берем насадку номер 80. Такая большая. Слегка цепляемся за базу и вытягиваем длинные лепесточки. Отрываем резко. Если тянуть, будет уже больше похоже на астру. Так. Теперь между каждым лепесточком проходим. Делаем еще один рядок. Получается вот такой цветок. Можно сделать еще и третий ряд. Опять же, цепляемся все время мы за базу. И выводим еще один ряд. Как бы делая цветок полностью. Закрыто. Берем красители сухие. Есть два, ну как бы буду использовать два цвета. Вот такой красный и вот такой сиреневый. И посерединке проходимся, получаем вот такой вот цветок. Ну он на камере более насыщенный, в жизни более нежный. Делаем базу под цветочки.
насадкой 114 сделаем большие листочки. Также решила добавить еще вафельную бабочку. Мне кажется, она отлично будет смотреться на тортике. Вот такой в итоге торт у меня получился. Как всегда, надеюсь, что данный урок вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.